Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.by. В этом видео хотелось бы рассказать про очередную халяву. Итак, приступим. В этом видео коснемся халявки, которую можно забрать как в Epic Games, так и в Steam. Но также вначале хотелось бы коснуться народных версий игр, то есть которые новинки, уже вышли, и их можно скачать. Если не знаете где, или чтобы без вирусов и без всякой фигни, также спросить системки, пойдет у вас, не пойдет. Это можно сделать у нас в группе ВК, ссылка в описании. Первая игра — это Ghost Runner, только что вышла в конце октября. Замечательно. Динамичный такой экшен в стиле такого киберпанка с замечательнейшей музыкой. Уже можно скачать, оптимизацию вы видите по мониторингу на экране. В группе ВК спрашивайте, если не знаете, где найти. Далее коснусь новинки. Watch Dogs Legion только вышла. Многие хотели бы увидеть у себя ее на экранах бесплатно, но пока тишина по взлому. Ждем народную версию, слежу за этими новостями. Но пока, как обычно, вот день в день вы можете пройти новинку по офлайн-активации. Для этого на сайте dinuo.net, ссылка в описании, вы всегда можете заказать эту услугу, там все надежно, четко и по хорошим ценам. Поэтому, если хотите проходить игры вот день в день, новинки, голд, расширенные издания, то dinuo.net, ссылочка в описании. Но я пока слежу за новостями по народной версии Watch Dogs и чуть что, конечно же, сразу же моментально делаю для вас видос. Переходим дальше. Следующая новинка, которой уже доступна народная версия, это The Dark Pictures Little Hope, очередной такой хоррор с очередным приглашенным реальным актером, таким молодежным. Поэтому, если хотите поиграть во что-то новенькое, такое ужас и триллер, то вот данная игра, возможно, вас заинтересует. Как скачать, если не знаете, в группе ВК спрашивайте. Еще один новенький свеженький хоррор для любителей такой вот тематики, такого жанра. Visage тоже можно скачать, вот только вышел, да, были какие-то ранние версии, но сейчас полноценная игра вот уже релизнулась, поэтому можете уже качать и играть, щекотать себе нервы. Плюс, что интересно, для любителей спокойно порыбачить за ПК, за мышкой с клавиатурой, Fishing Sim World. Уже доступна народная версия, приятно очень выглядит, для умиротворенной такой рыбалочки у монитора. Где скачать, спрашивайте в группе ВК. Ну а теперь перейдем непосредственно, где что забрать конкретно себе в библиотеку. Да, простенько, что-то Kingdom Classic, но можно карточки там урвать, продать, поэтому здесь, ну, в общем-то, прибыль можно получить. Humble Bundle, 6 дней, как обычно, регистрируйтесь, забирайте ключик в Steam, активируйте все дела. Ну и напоследок самое интересное, это, во-первых, Ведьмы из Блэр можно в Epic Games урвать навсегда себе в библиотеку. Тоже замечательный такой хоррор, атмосферный, нетребовательный, с хорошим любопытным сюжетом. Поэтому все ссылочки в описании. Вот в Epic Games в библиотеку забираем Ведьма из Блэр. Ну и напоследок, также в Epic Games можно урвать себе Охотники за привидениями. Все ссылочки в описании. Если что, пишите в группу ВК, добавляйте, спрашивайте. До следующей халявки.